Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро, вампир! Да, и в этой серии мы, короче, будем веселиться. Шучу, мы сегодня, короче, будем очень клёво выживать. И вы узнаете развитие сериала дальше. Да, у нас тут сериал как бы идет. Если вы не знали, то подписывайтесь на канал, если вы тут первый раз. Ну а кто знает, лайк. Давайте прямо сейчас поставьте лайк. Давайте раз, два, три. Все, кто поставили лайк, те молодцы. Так, все, маскируемся такие. Я вам сейчас покажу. Нам, короче, смотрите, мы в прошлой серии говорили с оборотнями. Вернее, с одним оборотнем. И у меня есть теперь план. Да, у меня есть план, в общем, идемте сюда. Поздоровайся с Альтаирычем. Здорово, Альтаир. А сколько лет, сколько зим. Он такой тоже, вау, клево. Пожать руку, Настя. Еще один ребенок. Офигеть. Элизабет, привет. Малявка. Офигеть, еще один ребенок у Альтаира. А че так быстро-то? Офигеть, друзья. Давайте поздравим Альтаирыч. Напишите, как вы думаете, как в этот раз будут звать девочку? Это опять девочка. Альтаир, ну ты вообще, конечно, жесткий мужик. Вообще пипец. Но, ну что им тут делать, да? Не считая в доме заперты, что им еще остается делать-то? Ну правильно же говорю, правильно, друзья? Вот, поэтому они тут... Кстати, смотрите, какую я себе штуку прикупил. Это называется алтарь вдохновения. Мы через него, короче, проведем подготовку, чтобы, короче, противостоять разным оборотням, вампирам, ну и ведьмам, если они на нас нападут. Все-таки мы вообще не знаем. Сейчас мы, короче, немножечко проведем здесь, короче, разные обряды. В общем, смотрите, мы заполнили эту всю чашу. У нас есть пузырек. Если мы, короче, смотрите, пузырек можно, короче, выливать еще и вот сюда. Вот, смотрите, вот, видите, наливаем. И вот сюда тоже. Вот так вот. Все, налили, да? Вот, мы можем, короче, взять и вот отсюда немножко набрать и вот сюда перелить. Потом еще набрать, еще вот сюда перелить. Еще набрать, еще вот сюда, еще набрать, еще. О, больше набирается. Но и у нас и расходуется тоже многовато. То есть мы сейчас переливаем, короче, вот эту штуку красную. Не буду вслух говорить, что это. И все, смотрите. Почти налилось. Блин, мы почти колбу истратили. И теперь, смотрите, нажимаем правой кнопкой. Вы не можете использовать алтарь на этом уровне? В смысле? Я и так максимального уровня. Да. Давайте я все-таки продемонстрирую силу алтаря. Все-таки что, мы его зря набирали, что ли? Вот, смотрите, внимательно. Ой, блин, что-то мы не можем все равно использовать, нифига себе. Очень, короче, странно, видимо, этот алтарь работает на менее низких уровнях. Ну вот, а я-то думал, сейчас мы, короче, подзарядимся, но в любом случае. Так, а отсюда забрать-то можно? Так, сейчас мы, короче, возьмем бутылочку. Не забирается, ну ладно. Это, если что, алтарь останется для других вампиров. Да, надо будет потом еще наполнить. Ну ладно, короче, если что, алтарь и так защищает, короче, дом. Блин, нифига, новый ребенок, офигенно вообще. Ну ладно, я, короче, потопал, вы тут оставайтесь, в общем. Проверим, вы, друзья, напишите в комментариях, как могут назвать дочурку они. Имя, да, имя напишите. О, нифига, здесь коровок, нифига. Да, здесь, конечно, вообще нормально они так поживают, зверье наше. В общем, давайте наполним баночки, баночки, так. Добываем, короче, сока. Ну, как сока. Не совсем сока, вот так вот кусаем. Побольше, побольше надо. Все, наполнили все баночки. Ну что ж. В общем, в прошлой серии мы, короче, болтали с этим оборотнем. Нам надо сейчас, короче, поболтать с Альтаирычем. Ой, каким Альтаирычем? С Блейдом, да. Блейд у нас вечно кучкует там на ферме. Ну что ж, я думаю, туда надо полететь и с ним побазарить. Так, ну все, короче, превращаемся, короче, мы в вампирыча. Ну что? Сейчас будем искать, короче, Блейда. Он у нас вечно, короче, появляется неожиданно. Вообще неожиданно. Так, все, идем сюда, идем сюда. Так, где он там? Блейд. Блейд. Ты где? О! О, нифига, вот можно без этих фокусов. Здорово, вампир. Ты искал меня? Что тебе надобно? Короче, посоветоваться я с тобой, Блейд, хотел. На днях
Я видел, короче, оборотня. О, нифига, вампир! Блейд, Блейд, нас сейчас спалят, ну-ка иди вон его заруби, сзади, сзади, сзади! А? А ну-ка иди сюда, засранец! Вот так вот тебе, на тебе! Так, все. Если че, никто никого не видел. Так, ладно. Так что ты там видел, говоришь, оборотня? Да, короче, с оборотнем базарили, разговаривали. И он, короче, говорит, что существует два клана. Два клана. Вот, один клан хороший, а другой плохой. Кстати, Блейд, тебя корова, вампир нюхает. Где корова? Ага, иди отсюда, кыш. Так, палево что-то в этот раз. Много агентов. Ты, кстати, вампир, берегись. А вдруг тебе засланного казачка подослали? В смысле засланного? Это как? Ну как? Замаскировался кто-то и проврался. У тебя там случайно лишних людей нету? Там, не знаю, человека, например, с которым ты дружишь. Вот Элис есть лишняя, две их. И что с ними делать-то? Не знаю, сам решай. Но, в общем-то, знаешь, что еще? Насчет оборотня я тебе скажу. Это правда. Их два клана. И оборотни на самом деле не так страшны, как про них говорят. Вот. И, в общем-то, как тебе сказать-то даже? Есть, да, темные оборотни. Их поработила темная магия. Кто создает эту магию, неизвестно. Но в любом случае, тебе надо это узнать. И, кстати, как там продвигается мое расследование? Кто загасил меня, тебе еще неизвестно, а, вампир? Ну, честно говоря, нет, вообще, а? Можно давай без этих штук? О, чуть я даже бить-то не могу, нифига ты какой-то бронебойный нафиг. Ну ладно, в общем, пока никак вообще. Вообще нет никаких зацепок, никаких следов. Я вообще не понимаю, что вообще надо делать. В общем, единственное, ведьме только добывать всякие штуки. Но, честно говоря, не хочу. Можно как-то, короче, добыть, но сделать так, чтобы эта штука у меня не сработала. Не сработала, говоришь? А что ей осталось добыть? Ну-ка расскажи. Ну, осталось добыть портал и воду. Все. Слушай, а вот с водой можно? Я туда помещу святую воду. Я так понимаю, она тебя попросила добыть вечную воду. Она ничем не отличается почти от святой, но вечная заключена с магией. Да что тут коровы-то ходят? Ну-ка идите отсюда. Палево тут разводят. Вот так вот. Так, в общем-то, я смогу подхимичить кое-что. Короче, вампир, когда добудешь вечную воду, приходи сюда, а я уже придумаю, что с этим делать. Ну, в общем, ладно, давай, иди отсюда, типа, никто тебя не видел. А то тут, видишь, всякие шпионы ходят, так что будь начеку. Ну все, вампир, давай, проваливай отсюда, пока. Ну, блин, а, давай без этих штук, ну, Блейд вообще. Ну, в общем, друзья, смотрите, в общем-то, Блейд нам интересные штуки поведал. Я думаю, так и надо сделать. Как-никак у нас, смотрите, реально две Элис есть. Вот они, две Элис. Вы, друзья, писали, что они ростиком некоторые одинаковые. Ну, что вы говорите, по-моему, они одинаковые ростом. А не, он реально, смотрите, вот это выше. Ну, кто-то там еще, короче, писал, что у одной сердечек много, а у другой мало. Ну, кстати, так и есть, И у одной характер, смотрите, упертый, а у другой остроумный. Так что я, конечно, уже подозреваю, кто из них настоящий, а кто нет. Поэтому мы проведем, я думаю, в следующей серии испытания. Испытания для выявления настоящей. Да, я думаю, это будет правильно. Блин, он у меня, короче, Блейд немного покоцал. Мне надо, короче, немного восполнить, короче, эту. Надо бутыльки выпить. О, да. О, нормальненько, нормально так. О, маленькая буренка, вампир ходит тут. Тихо, тихо, тихо. Ты тоже хочешь попить? На, пей. Хе, не пьешь? О, да. Слушайте, друзья, вообще нормально. Вот так можно, короче, тоже пить. Ну-ка, сейчас немного наберем. Оба, все, набрали, полное стало. Нормально. Ну все, короче, будем выяснять, друзья, да? Но все-таки надо выяснить, кто настоящий, кто не настоящий Элис. Ну и плюс с Блейдом хорошо мы так задружились. И он поможет выявить ведьму. Все-таки, знаете, ведьма может быть и не при делах на самом деле. Это еще не ясно. Да, буренка? Да. В общем-то, как-то так. Пока что мы тут восстанавливаем силы, восстанавливаем.
А вы в комментариях пишите, что вы по этому поводу думаете. Да. В общем-то, как-то так. В общем, я предлагаю серию на этом завершать. Да, потому что следующие серии будут очень жесткие. Там мы будем выявлять, кто такая Элис. И поможем Блейду в распутывании дела. В общем, давайте, не пропускайте сериал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Евген Бро Вампир. Да, в общем, пишите свои идеи в комментариях, я их читаю. Вот видите, я все про Элис прочитал, то, что вы писали. В общем, давайте, подписывайтесь и всем пока-пока.